И бабушка как-то пишет что-то на листе бумаги карандашом. «Ты пишешь обо мне?» – спросил мальчик. Бабушка улыбнулась и сказала: «Ты угадал, я пишу о тебе. Но не важно то, что я пишу, а важно, о чем. Я пишу простым карандашом и очень хочу, чтобы когда ты вырастешь, ты был похож на этот карандаш». Мальчик очень удивился, посмотрел на карандаш и сказал: «Странно, он такой же, как и все остальные в моей коробке». «Ну, это как посмотреть», — ответила бабушка. «Посмотри внимательно. Ты должен заметить, что у этого карандаша есть 5 очень важных свойств». «Ну и какие же?» — спросил мальчик. «Ты можешь быть гением», — ответила бабушка, «но ты всегда должен понимать, что тебя кто-то ведет и напутствует. Это может быть твоя интуиция, это могут быть твои родители, это могут быть твои наставники, это может быть твоя вера. Во-вторых, простой карандаш – это очень простая вещь. И неважно, из чего он сделан – из дерева или из чего-то другого и какой он формы, важно то, что в нем есть стержень. Очень хочется, чтобы когда ты вырос, в тебе тоже был этот стержень и закалял твою волю. Простой карандаш можно в любой момент стереть резинкой и поправить то, что ты написал. Мне очень хотелось бы, чтобы когда ты вырос, ты не боялся исправлять что-то в себе. Это очень важно, и это не слабость, а твоя сила. Карандаш вроде бы прост. Но когда он пишет, он оставляет след. Очень хочется, чтобы вы, мои хорошие, в своей жизни оставили большой след, добрый след. Всего вам доброго и удачи вам в вашем пути. Эти годы рядом с вами были ваши классные руководители, как капитаны ваших больших кораблей. А если капитан у руля стоит ответственный, если он много знает, если он вас поддерживает в трудную минуту, то и корабль ваш плывет достойно. Так и приплыл ваш корабль к окончанию 9 класса. Ну и что же, сейчас мы предоставляем слово вашим капитанам Марии Александровне и Марии Александровне. Встречайте. Аплодисменты. Девятиклассников с таким торжественным днем. Мы хотели немного пожелать для вас стихи. Время, к сожалению, быстротечно промелькнуло столько школьных лет. Детство от тебя уйдет навечно, в памяти оставит добрый след. Да, повесть о детстве проходит, подходит к развязке. Дописаны главы, досмотрены сны. Уже не надеясь на чьи-то подсказки, вы сами решать все задачи должны. Не каждая тропка окажется гладкой, не все испытания будут легки. И жизнь перед вами лежит, как тетрадка, в которой пока еще нет и строки. Все пройди, не петляя окольно, и сломав у невзгод острие, утвердись в этой жизни достойно, и поверь в назначение свое. И вперед, и движение, движение, и по трудным пройдя адресам, не проси у судьбы снисхождения, сам судьбу свою вылепи, сам. Верю в корни твои и в науки, в жизнелюбие силы твоей. Ты верь, скоро возьмешь в свои руки этот мир, эту землю людей. И воздай ей, как люди велели, доживет в нас во все времена та земля, что нам всем с колыбели, золотое наследство дана. Дорогие выпускники, сегодня действительно волшебный вечер. Я хочу, чтобы он вам запомнился, так как все экзамены сонные, у кого-то бессонные, у кого-то сонные ночи, уже позади. Я поздравляю вас с окончанием средней школы. Желаю вам успехов, чтобы вы все поступили туда, куда вы хотите, и чтобы у вас в жизни все сложилось так, как вы хотите.
торжественных моментов будет у вас впереди. Но школьные праздники особенно запомнятся и вспоминаются долгие годы. Самый главный школьный праздник ждет вас еще через 2 года в 11 классе, когда вы действительно попрощаетесь со школой. Мы желаем вам успехов в жизни, удачи в делах и продолжения учебы в нашей школе номер 5. На этом мы торжественное вручение аттестатов заканчиваем. Благодарим тех ребят, которые к нам пришли. Музыкальный оператор у нас сегодня Лида Епифанова, 8-й Б. Давайте ее поддержим, 9-й Б. Шакиров Артем сегодня у нас видео снимает, и он разместит сегодня это. Вы посмотрите на себя. Также у нас Щукина Маша. Еще раз мы благодарим за прекрасную песню. 10-11 класс уже Щукина Маша. И сейчас мы приглашаем 9-й Б. Класс у нас фотографируется вместе с аттестатами и с букетами на фотографирование на школьный двор. Итак, спасибо, до свидания, удачи вам и успехов во всем.